Здравствуйте, инспектор. Здравствуйте. Документ ваш можно? 3340, постановление читали? Документ передайте, пожалуйста. Давайте я вас ознакомлю с документом. Документ передайте своим. Водительское удостоверение. Секундочку. Регистрация транспортного средства. Смотрите. Я не хочу ознакомиться. Мишустин для вас. Я не хочу с этим ознакомиться. Говорю, почему? У меня есть свои правила, не ваши. Смотрите, у вас доверенность имеется от юридического лица? Вы документы будете передавать? Ну, согласно Гражданского кодекса, если вы представляете юридическое лицо... Я передать водительское удостоверение. В случае непередачи удостоверения водительского вашего и свидетельства о регистрации транспортного средства, будете привлечены к статье 19.3. 19.3 утратила силу, получается, еще в 2016 году. Секундочку, раз. Сейчас я сделаю сообщение на 112, зафиксирую. А причина остановки? Документы передадите. Я сейчас наберу 112. Вы документы будете передавать? Вы можете как бы подождать? У нас конфликтная ситуация. Во-первых, старшего давайте вызовем. Позвоните в службу 112. Разговор записывается. Алло, служба 112. Здравствуйте, что у вас произошло? Здравствуйте. В городе Нижний Ломов, получается, здесь адрес Урицкого, напротив дома 120. Меня остановил на мигалках сотрудник, то есть который представляется инспектором ГИБДД, не предоставивший, во-первых, своего удостоверения, не подтвердив свои полномочия, то есть действует в нарушение приказа Колокольцева 615-53 пункта и распоряжение Мишустина за номером 3340-Р, в котором говорится, что... Я вам сейчас прям зачитаю. Федеральный государственный надзор... Подождите, стоп, стоп. Как я могу к вам обращаться? Павел, называйте меня. Павел, очень приятно. Я вас сейчас соединил с полицией, чтобы вы напрямую сообщили о данном факте. Нет, секундочку. Вы зафиксируете у себя то, что я... Мы сейчас вас соединяем с полицией, чтобы вы напрямую передали ваше обращение. Ожидайте на линии, пожалуйста. Я сейчас вам оставлю. Документ передайте. Ну, у нас конфликтная ситуация. Как? Сейчас сотрудников вызовем. Выполняйте мои требования, получается. Сейчас сотрудников вызовем. Хорошо. Вы... Машину покиньте. Здравствуйте. Смотрите, ситуация такая. Меня без полномочий на мигалках, вообще без каких-то оснований, остановил так называемый сотрудник ГИБДД, который даже не представился, не показал удостоверение. Просит у меня документы, хотя согласно постановлению 3340-Р от 15 декабря 2020 года, постановление Мишустина, они не имеют права вообще осуществлять любой надзор в сфере движения транспортных средств, так скажем. То есть я могу вам зачитать. То есть мне сейчас нужен сюда или какой-то оперативный дежурный, или кто-то. И, соответственно, надо будет сообщить прокурору, службу собственной безопасности по этому поводу. Потому что сотрудники, как я понимаю, вооружены, не имеют полномочий, не имеют доверенности от юридического лица и идут в нарушение. То есть обратился Павел, персона у меня, могу то есть назвать, но давайте мы на месте уже тут решим, как это все будет выглядеть. Это происходит сейчас на Урицкого 120. Возле дома. Урицкого 120. Нижний Ломов, город Нижний Ломов. Тагаро Павел, вы где проживаете? Урицкого 120, так же, да? Как? Вы где проживаете? Ну как, в государстве своем, как где? Номер телефона ваш. Нот, с которого я сейчас звоню, можете его записать. У нас бы выступился, я вас не спросил, правильно? Ты знаешь что? Нет, я точно. Вы запишите для обращения номер, просто чтобы, если что, обратиться. 8-908. Ой, 8. Как там? 964. 874.
50-04. Сейчас она ходит на Урицкого 120, правильно? Урицкого 120, все верно. Сотрудники так, ну, да, как они представились? Зафиксируйте сначала, то есть обращение, которое вам сейчас поступило. Мы знаем, что делать. Ожидайте ответственного. А КУСП не можете назвать регистрацией обращения? Что еще раз? КУСП можете назвать обращение? Конечно. Записывайте. Да, да, 55, я веду видеофиксацию. 5523. 5523. Ждем ответственного. То есть, а причина остановки? Ну вот, да какая причина? Ну а причина остановки? Смотрите, присягу Конституции вы давали? Мы документы передали. Ну Конституция для вас это высший документ? Не задавайте мне глупых вопросов. Почему это глупые вопросы? Документы, ну на каком? Свои. Я требую от вас передать документы. На каком основании? Для того, чтобы что-то требовать, нужны основания. Есть Конституция, в которой прописано, что вы обязаны. То есть я у вас у должен. Удостоверение имеется. А у вас имеется основание, даже не основание, а полномочия на то, чтобы задавать этот вопрос. 24-го приказа я могу останавливать. Какого? 264-го. 264-го приказа, да? Чтобы вы остановили кого-то, ну то есть спросили документы, выполните, пожалуйста, тогда ФЗ 3.5.4, который именно для вас. Докажите свои полномочия. Вы отказываетесь свои полномочия доказать? Владимир, в ваших действиях усматривает состав правонарушения статьи 19.3. Нет. Зачем? Я все по закону действую. Зачем? Если вы сейчас не покинете транспортное средство для установления вашей личности... Вы не подтвердили полномочия свои. Я буду применять к вам специальные средства, наручники, физическую силу. Нет, я вам запрещаю это делать. Мы сейчас ждем ответственного и уже на месте разбираемся. Машину покиньте. Заглушите двигатель, во-первых. Я заглушу двигатель для того, чтобы не тратить, да. Выйдите, пожалуйста, из машины. Нет, одну секунду. Из машины выйдите. Основание. Из машины выйдите. Ну, у вас полномочия имеются на это? Я еще раз говорю. Полномочия имеются? В состоянии опьянения находите? Нет. Я не нахожусь. Автомобиль. Зачем? Покиньте автомобиль, будем проходить медицинское. Для чего? Какое свидетельство? Вы вылазите из машины. Вы говорю. Где вообще даже вот... Пусть предоставит свои документы. Если бы у вас вы были полномочия... Подождите, если у вас выйдите были машины, бы полномочия... Да, я... Если бы у вас были бы полномочия, тогда где вы можете останавливать? Не на стационарных ли постах? Выйдите из машины. Я требую... Ответьте на вопрос. Выйдите из машины. Ответьте на вопрос. Ну, с ружьем уже идут. Павел Николаевич. Нет, я не Николаевич. А, мужчина. Мужчина. Сейчас приедет ответственность. Зачем? Подождем, сейчас приедет ответственность. И будем разбираться уже на месте. Как нет? У МВД хоть какие-то полномочия остались, у вас-то нет. Вы документы свои уже не передали. 3340Р. Постановление. Еще раз вам говорю. Водитель, вы сейчас отстраняетесь от управления транспортным средством. Я не водитель, я собственник данного автомобиля. Вы водитель, понимаете? Вы отстраняетесь, сейчас будете отстраняться от управления транспортным средством. Выйдите, пожалуйста, с машины. Удостоверение покажите свое. Без проблем. Из машины выйдите. Мы сейчас зафиксируем просто... Что фиксировать? Кто ерунду какую-то пытается без полномочий? Лейтенант полиции Каблуков Роман Дмитриевич, инспектор дорожно-патрульной службы. Так, служебное удостоверение ПНЗ номер 023-966. Действительное до 25 года 14 декабря. Так, вы Конституцию признаете? Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Ну, как это так? Мои требования, пожалуйста. Ну вы по Конституции ну, работаете все. Или как бандиты? Вы из машины будете выходить. Или как пираты работаете, согласно 100-101 статье вы будете Конвенции по морю. Выходить. Вы полномочия докажите. Для чего? Вам будет применять физическое сила. Зачем? Полномочия докажите. Из машины выходите. Не полномочия. Трогайте его. Вы сейчас руку оторвете. Я сейчас выйду. Снимай. Для чего? Мы для чего? Вот ты что делаешь?
И для чего? Не, ребят, вы что делаете? Я это все фиксирую, буду выкладывать. Нет, ребят, вы что делаете? Вы применяете силу просто так. Вы что делаете? Это беспредел полный. Они просто по беспределу хотят тебя просто посадить. Это уж понятно всем. Я сейчас вас сама побью. Не трогайте его. Не трогайте его, отпустите. Отпустите. А на каком основании вы нас остановили? С какой целью? Он не сядет в вашу машину. Ответственно, дождемся, поговорим. Что не понимаешь? Ответственно, почему не хотите дождаться? Я говорю, почему ответственно не хотите дождаться? А что в этом такого? Ответственно, дождите сначала, а потом и берите. Вы можете свидетелем выступить? Полномочия, ребята, пытаются нарушать конституцию, то есть свой закон. То есть полномочий у них нет, они не имеют права сейчас меня даже остановить, проверить документ, ничего не имеют права. А они в нарушении, то есть конституции, сейчас действуют. Успокойся, Аня. Не могу. Успокойся. Беременная? Беременная. Да. Никакого сопротивления не оказывал, ничего. А взяли меня, вытащили из машины, пристегнули. Вы просто так остановили. Можно найти, просто чтобы как свидетели вы были. Думаю, где он встанет. А как найти можно? Просто чтобы вы выступили, хотя бы свидетели. Ну вот смотри, меня звать Таня, тебя как? Павел. Вот я смотри, я иду уже, Паша, я тут вижу, что они тебя именно силой, конечно, толкают. Это я вижу. А все остальное, что было до этого, я не видела. Ну они меня остановили, пытаются документы выпросить, да? Мишустин издал для них указ, что они не могут уже больше, они то есть упразднены. Вот на точке, вот где они стоят, да? У них вообще полномочия забрали, у меня все документы есть, я им показываю документы. Говорю, у вас нет полномочий, все показываю, как положено. Но они, опять же, в нарушении Конституции действуют, то есть как захватчик. Вот в чем дело. Ну они тебе так все сказали полностью документы, как положено? Сначала нет. Они это не документы, удостоверяющие личность. У них есть федеральный закон. Федеральный закон номер 3, пункт 5.4. Они должны доказать свои полномочия. Они не государственный орган. Они работают на юридическое лицо. Для того, чтобы осуществляли они свои действия, у них должна быть доверенность от юридического лица. Они действуют в нарушении. А ты им не понравился, Павел? А они на меня зуб очень точат. Они потому что знают, что я знаю все. Это то есть уже не первый раз они уже останавливают. Вот в чем дело. Это идет, то есть, ну так скажем, геноцид народа. С ними спокойно все, то есть вы сами все видите, я, то есть... А почему они так это, как сказать, именно с силы этого толкали? Почему они так? Просто так, а нефиг делать. Так же хотели. Я разве что-то им там сопротивлялся, или что-то. Вы сами видели, я думаю. То есть я издалека шла, я поняла так, что они ломают пьяного человека. Нет, не пьяного. Вот я издалека шла, я тоже. Меня преследовали, то есть не стояли нигде. То есть я проехал мимо них, получается, просто так, без оснований. Мимо Славы. Вот там он говорит, когда... Да. И все, и поехал, то есть сюда дальше. Они преследовать меня начали. Ну они тебя уже давно знают от того, что... Ну вот они и преследуют, то есть поэтому. Ну а они какую из этого цель имеют? Они какую цель? Они пытаются извлечь выгоду. А какую? Ну у них же протоколы на составлять, оплатить и так далее.
А они что, с этого потом премию будут иметь? Даже когда закрывают на сутки, им из бюджета выделяются деньги. Просто народ у нас не знает этого. Да, все верно. Все верно. И они сейчас пытаются фабриковать все это дело. Они ломовские? Ну, они ломовские. То есть, это уже известно. Именно ты знаешь, да? Ну, одного мы сейчас зафиксируем, второго будем еще устанавливать. То есть... Дело в том, что государство, оно уже, как и Российская Федерация... Анечка с тобой она... в машине была, да? А? Анечка с тобой в машине была? Конечно, конечно. Анечка твоя жена, да? Конечно. А твой телефон дай мне? Вы ее запишите, Анечка, сейчас давай. Просто. Порог проникнет сам. А? Наш милиция не делает. А вот конечно, надо, конечно. Это пиратские действия. То есть конвенция по морю. 8, 9, 6, они нарушают 161 статью. 874. Да? Юрисдикция их континентальный шельф. Они здесь действуют как пираты. Поставлены были на то, чтобы замещать государственные должности. А сейчас они просто действуют как пираты. С ними все по-человечески. Ну, они... Хорошо. По-человечески надо доказать, Нет, по-человечески ты должен доказать, выполнить ФЗ 3.5.4 закона полиции. Ну, закон. Да, Записывай, Полномочия вы должны доказывать, понимаете? С вами нормально все, разговариваете, все, а вы крутите руки. Почему? Может, я от вас убегал или что? Почему вы так? Почему вы нарушили мою волю? Почему вы применили силу? Вопрос так, а не эффективно. Никто мне ничего не разъяснил. То есть вы вообще никаким нормативно-правовым актом не пользуетесь, я как понял, правильно? Каким именно? На каком основании вы меня, во-первых, остановили? На каком? 58. Основания вообще какие у вас были? Документы заберешь из машины. Коля, куда я скажу сейчас? Возьмешь с собой, пойдешь. Куда? Домой. Ничего! Просто без основания остановили! Смотрите за ребенком, смотрите, из окна выглядывает. А у кого у него вопрос по лишению? У водителя. У водителя. А где водитель? Я собственник. Я не водитель. Нет, просто так решили догонялку поиграть. Просто догонял, решил поиграться, что. Там уже Коля проснулся. Давай, я тебя позову, если что. Ты его одень, не выйди с ним. Выйди с ним. Ну, номер записали, если что, да. Но если что, понадобитесь, наберем, поможете? Благодарю. А вы что составляете сейчас? Ну, смотри, материал в отношении. В отношении кого меня? Для кого меня? Павел, так я не Гречков, Павел Николаевич. Контракт с вами расторгнут? Да. На паспорт. У меня нет регистрации. Нет? У меня нет. Человек не может быть регистрирован. Компанию в виде персоны. Контракт расторгнут двухсторонним
порядке. Персона недействительная. Если МВД не удалило из базы, то это их дело. Докажет суд. Кто вам вообще сказал, что Крючков Павел Николаевич, это я? Установили по базе данных. По какой базе данных? По нашей. Добрый. Да, конечно. То есть, вообще, то есть я пристегнут без оснований. Никаких ни силы не применял, ничего. То есть спокойно с ними разговариваю. Все есть на видео, то есть вообще по беспределу остановили. Полномочий не имеют. ФЗ 3.5.4 не выполнили, полномочий не доказали вообще. Играли со мной в догонялки. В догонялки. То есть не стояли ни на каком стационарном посту, как у них по регламенту все заявлено. Сейчас пытаются сфальсифицировать протокола. Все это я фиксирую. Давайте, кстати, это, познакомимся, чтобы знать, с кем. Да, удостоверение можно будет? Да, что... Да, то есть действует в нарушении законодательства, которым они обязаны, то есть которое они обязаны исполнять. То есть приказ Колокольцева для них. Так, Подмарев Станислав Владимирович, должность заместитель начальника отдела, подполковник полиции, удостоверение ПНЗ 019 923, действительно до 24 года, 28 января. Вот, то есть смотрите. Они в нарушении приказа 615-го Колокольцева, 53-го пункта, они даже не предоставили ни доверенность, ничего. Смотрите дальше. У меня... Свои претензии будете излагать? Конечно, я сейчас просто своими словами сейчас вам поясняю, чтобы потом это все на бумаге. Ну как-то мне вот это вот надо убрать. Я, то есть, не собираюсь никуда не убегать, и не убегал я от них. Просто вот это вот вообще просто... Я могу все доказать, у меня все фиксируется на видео. Я понял. Вот. Они нарушают 44.30Р постановление Мишустина. Полномочий их лишили на осуществление, то есть надзора за дорожно-транспортными ситуациями. Вообще, то есть они не могут пользоваться уже никакими законодательствами. То есть есть все прям документально в машине, все могу ознакомить. Опять же, действует даже в нарушении. Они вообще без нарушений, просто так остановили меня и требуют, и требуют от меня документы, которые не имеют права требовать. У вас действительно нет прав на управление? А у меня есть права человека. У меня контракт на паспорт РФ был расторгнут в двустороннем порядке с МВД. По какой причине МВД не убрало из базы, вот это же вопрос. Ну, то есть это просто действует до момента, пока я в суд не подам. Соответственно, даже законодатель... Не первый раз у меня вся эта ситуация. Нет, такая ситуация, это первый раз у вас. Расторгнуть у вас контракт никто не расторг, кроме меня, единственного. Нет, ну какая ситуация? У меня, то есть, друга останавливали. Теперь они пытаются меня... Ну, то есть, вы видите, что они делают? Сейчас мы с сотрудниками ГАИ пообщаемся, естественно, их своя версия. Но конечно, конечно. Я же никаких там... С вами, да? Конечно, конечно. То есть вы же понимаете, что они нарушают законодательство, которым они должны подчиняться. Я не хочу конфликтных ситуаций, там, ни Москву привлекать, никого. Я же спокойно живу со всеми. Зачем они делают так? Вот у меня вопрос какой. Соколов у меня забирал надолго очень машину, хотя я мог его наказать за это, но я не стал же. Но он до сих пор, то есть, быкует и опять же думает, что у него полномочия есть. Ну, вы-то уж постарше будете, я думаю, уже понимаете, что происходит. Живем спокойно в одном городе. Если что, все равно же все за всех вставать будут. Зачем вот эти конфликтные ситуации? Хотелось бы наоборот, как бы... Знаете, как обжаловать... Я не хочу обжаловать... Должностных лиц, да? Нет, обжаловать... Какой форме, скажем так, если... Это есть, естественно, естественно, это само собой. Но не хотелось бы, конечно, этого. Ну, то есть я могу вам документально все доказать, что они действуют против закона. Чего?
документально. То есть и не хотел. Да, с документами тоже знакомый. Конечно, и не хотел, и не хотелось бы, то есть конфликтов никаких, ни, ни с вами, ни с ними. То есть я тут в отдел придется расследовать и разбираться в этой ситуации. Сейчас здесь не здесь. Смотрите, опять же, в реестре обработки персональных данных их не числится. Смотрите, опять обрабатывают персональные данные, опять под уголовные статьи попадают. Ну зачем вот это они делают? Ну, нет, это зря. Нет, ну как, есть законодательство, по которому они не могут, то есть, обрабатывать персональные данные. Тем более, с 2010 года они у нас... Что-то неизвестно, сотрудник полиции имеет доступ к информационным базам. Смотрите, у меня есть информация такая, вся документально подтвержденная, что отдел, от которого они якобы работают, был уже упразднен давным-давно, если не ошибаюсь, то ли в 2010, то ли в каком году, методом реорганизации на Пензу. Но при распечатке выписки на Пензу их там не числится. То есть, соответственно, они на каком основании вообще действуют? Получается, это вооруженная преступная группировка. Ну, получается так. Ну, они, получается, вне закона. Тогда все мы. Форму носят, все организованные преступные группировки. Нет, вы служите, но служите так, как положено. Вам никто же вам не говорит ничего. Ни плохого ничего никто не говорит. Вы работаете. Вы сами знаете, что вы в нарушении всего действуете. Все. Вы же сами это все знаете, понимаете. Но конфликтов вот этих зачем создавать? В одном городе живем, зачем вот это надо? Сотрудник ГАИ тоже адрес регистрации сначала. Ну я понимаю, у них денежки нужны, я понимаю там. Я понимаю. Ну каким федеральным законом? Вот я говорю, выполнить ФЗ-3 пункт 5.4. То есть они закон о полиции даже не исполняют. Закон о полиции элементарный просто они не исполняют. Они не доказывают свои полномочия. Они не хотят этого делать. Okay. Просто элементарно. Так, и этот. Паспорт. Я так понимаю, процессуальный документ уже составляется. Это первое, да? Раз процессуальный документ будет составлен, значит, его обжалование. Да там не обжалование. Дело в том, что ФКЗ номер 5 от 10 июля этого года говорит о том, что суды-то наши упразднены. Опять же, и мировые, и районные суды. Опять же, это идет в нарушение Конституции. Но это опять же, вы понимаете, это опять идет нарушение. Опять конфликтная ситуация. Это получается подрыв конституционного строя. Подрыв конституционного строя и разжигание ненависти. Вы же сами это понимаете все. Ну, смотрите, сейчас наши сотрудники, что они там составляют свои документы. Значит, я как буду находиться в отделе, приедете, примем от вас. Давайте здесь сейчас оставим. Вы руку мне освободите. Видите, синяя уже рука все. Они не я вас пристегивал. Тянули, затянули мне так, что у меня он уже рука просто синеет, он замерзла. Пристегивал не я вас, ключа у меня нет, поэтому здесь вас стегнет только кто привязывал. Ну, вы-то должны же, как бы. Вы главнее же ДПС, правильно? Я пока не знаю, насколько действие там правомерно, неправомерно. Все должно смотреть с двух сторон. Ваша версия такая, что... Ну-ка, нет, у меня не версия. Я-то по законодательству им объясняю. Ну, они тоже считают, что они по законодательству. Но они не могут по законодательству делать действия. Как не могут? Ну, потому что у них полномочия забрали. Кто их забрал? Ну, как, если Мишустин издал постановление, как откуда у них тогда полномочия? Павел Николаевич. Я не Павел Николаевич. Вы... Я не Павел Николаевич. Я не зарегистрирован, и я не Павел Николаевич. Вы работаете где-нибудь? С какой целью интересуетесь? В протоколе есть. Ну, в протоколе у вас есть? Ну, как бы у вас полномочий нет. Зачем вы задаете мне вопросы, когда я на них не буду отвечать вам? Полномочий нету, а вы что-то спрашиваете. 10.09.2023 года находимся по адресу улицы Рыска, дом 155, город Нижнеамур, Пензенская область. Перед нами находится Кричков Павел Николаевич. Нет, перед вами не Кричков Павел Николаевич. Рождение, проживающий по адресу Пензенская область, город Нижнеамур, улица Маяковского, дом 5, квартира 85. А документы вы видели какие-нибудь? Вопросы? 2023 года в 13:35 на улице Рыска, дом 155, город Нижнеамур, Пензенская область, управлял транспортным средством Рено. Ошибаетесь. Регистрационный знак. Я не Павел Николаевич. Михаил Татьян, 58. Будучи не имея права управления данным транспортным средством.
средством, в связи с чем я отстраняю с отправления данным транспортным средством под видеофиксацию. Разъясняю положение. Ошибаетесь, я не Павел Николаевич. Соперник Российской Федерации, что вправе не свидетельствует против самого себя, близких родственников, круга лиц, определенных федеральным законом. Также статью 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что вправе знакомиться со всеми материалами дела, заявлять кадастровые отходы, пользу юридической помощью и иные процессуальные права, инфляционные данные статьи. Подпись будете вы какую-то ставить за какой протокол? Кто? Отстранение вы. Кто я? Вы. Кто я? Вы конкретно. А это не на меня. Нет, протокол. Не вас. Вы отказываетесь. Так это не я. Три раза вам повторяю. Вы отказываетесь от подписи данного протокола за копию. По морскому праву? Я вас понял. Я задал вопрос. Почему я отказываюсь? Я не отказываюсь, ничего. Вот почему опять фальсифицируют? Смотрите, я им ответ даже не даю. То есть они все вообще нарушили. Я вам это сказал, расцениваю. Ну а почему они фальсифицируют? Павел Николаевич, вам вручают. Я не Павел Николаевич. Ваши копии оставляйте куда хотите, я говорю. Копия будет это не я. Вам почтой по адресу регистрации. Я еще раз говорю, я не Павел Николаевич. На Павла Николаевича контракт был расторгнут. Ошибаетесь вы опять, в очередной раз. Данный протокол будет направлен вам почту по адресу вашей регистрации. Я еще раз говорю, опять нарушаете. Ну вот как так вот? Все же под фиксацию все равно нарушает. Зачем вот этот зачем вот этот просто разжигание ненависти? Зачем оно нужно? Местечко ставим, да? Для чего они это делают? Все, я понимаю, что сверху там какие-то силы на них действуют. Я это все понимаю. Ну, как бы и голова у них должна же быть, правильно? И вы, как бы уже в звании постарше, уже тоже понимаете, что происходит. Зачем они делают это? Ведь есть народ, который назначает тех, кто должен оберегать этот же народ. Зачем они делают так? Зачем они свой народ гнобят? Зачем? Сейчас вопрос конкретно не к сотрудникам ГАИ, не к этой ситуации. Ну, не к этой ситуации понятно, что не к этой ситуации. Но каждый человек-то индивидуален. То есть, когда-то ответственность же придет. Вы им объясните хотя бы. Придет. Ну, нельзя к папе. Я даже не знаю, что они там пишут, честно говоря. Вам для этого и предоставляли копию документа составленного. Вставай. Вы не хотите его брать. Но дело в том, что они составляют, они не знают на кого. Иди, они, то есть, не имея возможности, даже права обработки персональных данных, обрабатывают их. Опять Минкомсвязи, то есть, будет уведомлен об этом все. И не только. Ну, я просто не знаю. Я же говорю... Если добром не получается, будем, то есть, писать во все структуры. И в ФСБ, и везде. То есть, это жесткое нарушение, конкретно жесткое, понимаете? Папа. Коль, ну я не могу, Коль. Да ты тут успокойся. Я не могу. Успокойся. Ну, жена у меня вот беременная, то я тоже нервы и трепете, понимаете? Да нет, вы трепете нервы именно. А какой 19.3? А какой 19.3-то у вас, я не пойму? Какой? Отказались подавать документ на право управления транспортным средством. Я отказался? У вас есть это зафиксировано? И у вас там есть отказ? Точно прям? Мне интересно. А у меня фиксация с самого начала идет тоже. Вы свое, мы свое фиксируем. Ань, мне нужна будет, видео это, флешка. Она пойдет в суд. Они меня в суд притащат, Вот. Она пойдет в суд. Куда-то никто не потащит. Да, на 19-3 не составляет. Опять же, недействующий федеральный закон. Федеральный закон, то есть, я тебе говорю, нарушение идет. Упраздненный. Ну, позвонишь. Звоните.
Зачем вы это делаете? Просто объясните мне, для себя. Я все объясняю, что не первый для раз. Себя, для себя вот хочу понять. Для себя он тоже все объясняет. Ну вот смотри, чисто человек-человек, у тебя вот вопрос такой. Для чего ты делаешь так, чтобы, то есть, тебе, тебя люди ненавидели, скажи? Меня, да и пускай ненавидят, я что все сделаю. Ну какой законодательство? Если вы не соблюдаете законодательство, почему тогда кто-то его должен соблюдать? А где мы не соблюдаем? Но я вам вот затребовал у вас то, что вы обязаны, а вы этого не выполнили. Все показали, все рассказали. Нет, ничего, ни слова. Да у нас тоже все идет. Да ни слова. Ни полномочий, ничего. То есть вообще, то есть остановили, даже удостоверение, ничего не показывали. Это уже. Но это уже потом, когда я ответственный вызвал. По вашему требованию. По первому требованию обязаны сразу. Нет, а опять нарушаете, опять же, закон о полиции, при остановке. Именно, вы должны... Предоставиться по требованию, предъявить служебное удостоверение. Нет, нет, предоставить служебное удостоверение в развернутом виде, до полного ознакомления. Да, нет, опять закон о полиции нарушать. Нет. Ваша правда, что у вас время. Опять же, сидите, что-то бубните, что-то, я не знаю, вы... Представляете протокол на вас за то, что вы управляете транспортным средством, не имея права управления. Ну, а с чего вы взяли? Потому что у вас его нет. Правда? Да. А у кого у вас? В 2020 году 8. Да? Это каким образом? Обычно, срок действия вы что-то. Угу. Чтобы управлять... У кого у вас-то? У вас, Павел Николаевич. Я не Павел Николаевич. Да? Не Павел Николаевич. На Павел Николаевич у вас расторгнут контракт. Куда Ань, теперь? Принеси мне папку с документами. Дай папку с документами. Постановление также возьми. Постановление там также возьми. Давай. Блять. Сейчас. Так и так. На-ка, поснимай. Поснимай. Паша, видишь, что он делает? Ну, одной рукой поснимай, на. Не сбегут. Не хотят. Не хотят. Они хотят понимать. Что ты, 15 прикол? Нельзя. Это ответ президента. Коль, ну нельзя. Зафиксируй. Фиксируй. Вот. Вот. Это чек первый. Вообще, по каким причинам, то есть расторг? Вот, вот основание. То есть есть по паспорту регламент, в курсе, да? А вот нарушение данного регламента. Прописано. Это только на одной странице. То есть вот на одной странице. Ну, я думаю, в курсе даже уже и читать уже. То есть не надо. Вот. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Это ответ. Он номерной, может забить, проверить все официально. Согласно приказу МВД России от 20 июля 2012 года 615 об утверждении инструкции по делу производства в органах внутренних дел Российской Федерации, пункт 53. Доверенность – документ, подтверждающий наличие у представителя прав действовать от имени органа внутренних дел, а также определяющих условия реализации и границ его прав. То есть они кого представляют? МВД?
Вот просто вот объяснить. Они не выполняют 615 приказов. Павел Николаевич, у вас номер телефона. Я не Павел Николаевич, еще раз говорю. Номер телефона будете указывать? Я еще раз говорю, я не Павел Николаевич. Не будете, да? Да что же это такое? Я вообще не понимаю. Они все фальсифицируют просто. То есть они к МВД отношения не имеют. Это вот опять же вашу подведомственность будет для них. Это по гражданству. Гражданство согласно 62 ФЗ. Ну, тут, конечно, это читать надо. У меня его никогда не было. Я никогда Паш, не писал. Паш, можно я перезвоню? Чтобы Коль забрали. Сейчас, секунду. Я никогда не писал на гражданство. Паш, дай я перезвоню, чтобы Коль забрали. Коль, вставай. Ну, встань. Вставай. Мне ничего не разъясняют. Ничего мне не разъясняют. Да ничего нет. Вы мне разъясните ваши полномочия, прежде чем что-то мне пытаться. Вы объясните. Ну как? Ну какие права? Он мне не может зачитать права. Юридически сильная сторона, кто у нас? Как он может мне зачитывать права, когда то есть, юридически... Кто вы? Я не Павел Николаевич, еще раз говорю. Именно вы, вот вы. Будьте свою подпись на протоколе ставить. Если вы мне подкинете на акцепт, буду. Так вот, я вам держу. Держите. Ну как бы вы там уже что-то составляете, что я отказываюсь? Ну я ничего не отказываюсь. Я вам предложу. Подержи-ка. Подержи-ка. То есть протокол 12.7. И как? 5.1 в отношении вас. Давайте это. Коль, дай. Может, все-таки развяжете, у него же рука уж побелела. Потом развяжем, составим этот материал. А он не убежит. Отойди, никуда, мальчик. Он не отойдет. Отойди, пожалуйста. Коль. Он никуда не убежит, хотя бы развяжите ему. То есть ставлю в отношении вас протокол, вас в отношении. Нет, это не нас. Это в отношении вас. Да нет, да. Вы мне на акцепт просто подкидываете. Будете ставить себе отметку или нет? Фотофиксация у меня также ведется. Дайте знакомиться. А где здесь, как, объяснение где-то? Объяснение? Ну? Вот здесь вот можно дать. Объяснение лица, отношение которого составлено. Это не лицо. Здесь можете указать все, что считаете нужным. Перезвоню сейчас, вставим телефон. Сейчас перезвоним. Мне нужен лаунж. Я не умещу. Не умеете? Нет. Я вам дам отдельный бланк для объяснения. Ну, я сейчас подпишу, что есть отдельный бланк. Ань, Коль, возьми. Но он не пойдет. Сейчас. Коль, не ходи. За статьи, которые вы уже сняли, будете ставить? 25.1, 53.1. Иди сюда. Иди. Никак. Никак. Ань, смотри, как не выбежи. Я и так смотрю. Иди сюда.
Ну никак, никак. Иди сюда. Иди сюда. Никак. Никак. Иди сюда. Не ломай. Коль, не ломай. Иди сюда. Иди. Иди ко мне. Паш. Боюсь, выбежит. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Давай, вставай. Ну, они меня сейчас в отдел, что ли, повезут? В отдел повезут? Да. Зачем? Ну, сейчас тогда и с женой пусть везут. Она будет фиксировать нарушения. Куда? Из машины еще ничего не забрали. Так что... Коль, Паша, посиди. А как она заберет? Там и арбуз лежит, и все лежит. Каким образом? Арбуз, да мне зачем это надо, он пропадет. Его надо забрать. Ну забирайте. Куда? Сейчас пусть позвонит.